Доклад о состоянии климата совместно с Коперникус. В этом году май стал третьим самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. В целом в Европе было холоднее, чем обычно. Однако на западе России, на Пиренейском полуострове, некоторые дни выдались аномально жаркими. Тропический циклон Фани ударил по восточной части Индии. Более миллиона людей были эвакуированы. Сильные ливни привели к наводнениям и оползням в Адриатическом регионе. Показатель уровня льда в Арктике стал вторым наименьшим с начала наблюдений в 1979 году. Таяние ледников на Северном полюсе продолжается с 2000 года. Доклад о состоянии климата совместно с Коперникус.